Всем хай, чай, сегодня мы с вами будем открывать кейсы в деп. Итак, мы сегодня откроем 4 кейса, давайте же их купим. Они стоят у нас по 118 рублей, давайте. Ну, продолжить покупки. Еще один расчет. Итак, у нас в итоге все вышло на 474 рубля. Ну что ж, авторизовать и погнали. Опа, что это? Так, стоп, а где кейсы? Вот они. Ну, давайте же фастом открывать первый. Погнали. Вот это жесть, кстати говоря. Вот это неплохо. Ну, используйте, давайте погнали, наверное. Следующий, хотя давайте сначала посмотрим на эту акулу. Ну и так, погнали открывать следующий кейс. Второй. Может, что-нибудь хорошее будет, может, Дунклеостус. Но нет, нам выпадает громоздкий. Но я не особо расстроился, потому что мы с вами очень хорошо купились с прошлого кейса. Но в целом, кстати, выглядит неплохо. Фастом открываем следующий, ну, скорее всего, уже ничего хорошего не выпадет. Я, если честно, в шоке, ребят. Ну и давайте откроем следующий кейс. Ой, если еще сейчас Дунклеостус выпадет, я орать буду. Но нам выпадает кофейная лиса, ну... Неплохо. Ну, блин. Эти две глубоководные акулы просто сделали мой день. Ну, прикольная такая, знаете, кофейная акула. Давайте позырим. Сначала на маку. Ух, классно. И давайте на кофейную лису. Вот она. Ну, что ж. Думаю, что неплохо мы с вами так окупились. На самом деле, ну, просто посмотрите на эти скины. Я очень-очень сильно рад этому дропу. Просто день удался. С 4 кейсов выпало 2 глубоководных. Вы просто понимаете. Is it real? Yeah, it's real. Я еще долго буду смотреть на эту звездную пыль, потому что, блин, вы просто посмотрите на эту краску. Ах. Я еще с самого начала говорил, что этот скин прикольный. Даже в мастерской его видел, прям вах. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и через некоторое время мы с вами откроем еще несколько кейсов. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.